Так. Пластилин Универа переозвучка. Ну как там у тебя дела с девчонками? Получше, чем в школе? Ага, куда там? У меня же, блин, технический факультет. И что? Неужели у вас их так мало? Да они как панды в Китае, хоть заповедники отстраивай. Тяжко, шо пипец. Знал бы, что такое будет, лучше бы пошел на гуманитарный. Ну, ты же мужчина, всегда можешь сделать, как твой дядюшка Бильбо. Помнишь, чему он тебя учил? Конечно, такое забудешь. Ну вот мы и остались одни. Моя правая прелесть. Вообще, я говорил о сайтах знакомств. Ну, в принципе, это тоже вариант. Кровь Тритона, глаз лягушки. Спасибо за донат, Джасу. Есть такие забавные человечки, где смотрятся «Властелинов колец», «Гарри Поттеров», потом думают, что в универах все так же будет. Да, есть такое. Я, кстати, в детстве тоже хотел попасть в Хогвартс. А Келпи, кстати, считает, что Хогвартс — это хуевая школа. Существо обладает. Ей не нравится. Невероятной силой, умом и журналом посещаемости. Ты не будешь знать ни любви, ни жалости, ни актуальных новостей факультета. А теперь скажи... Кому ты служишь, Оленька? Деканат! Они лезут из всех щелей. Сколько бы мы их ни драйв... О, здравствуй! Здравствуй, вечно юная душа! Здорово, Кэлпеш! Травили, они не уходят. Похоже, спасения нет. Плохая все-таки была идея говорить всем, что у нас есть принтер. Ой, сейчас бы на рыбалку. Слушай, может все-таки... Вячеслав Сковородин, спасибо за донат, 54 рубля. Поживой донат. Добрый вечер. Хлебного стрима. Спасибо. Поставь большое. Поставь спидроу, манки, бусинис почему-то пришло 47 в прошлый раз. Дальше. Конечно, сядем. На пикабу 300 постов еще прочтем и сядем. Я тебя не слышу. Уже о, да. Руки горят. До сдачи, блин, целая неделя. Блин. Завтра сядешь. Нам еще мировой рекорд по количеству сериалов за ночь побить надо. Мировой рекорд по количеству сериалов за ночь? Да ты ебанулся, чувак. А, это невозможно. Да сколько можно развлекаться-то, а? Вот завтра точно сяду. А послезавтра вообще девушку найду. Ага, еще скажи в качалку забить. Зачем тебе искать девушку, если... А впрочем, я не буду про это шутить. Просто я один ходить туда стесняюсь. А знаешь, где можно качаться? Никого не стесняюсь. Ну, кстати, у меня была мысля в Ведьмака посмотреть в ускоренном виде. Раз, наверное, в 10. У меня была, знаешь, какая идея? Посмотреть в ускоренном виде этот... А знаешь, есть в ускоренном виде один фильм. Смущает в этом чае. То ли стоимость в 10 рублей. Кстати, забавный факт. Антибумер — это первая в мире РУ-ТБ, да еще и официально зарегистрированная. То ли то, что фирма-производитель уже как лет 10 не существует. Я думал, это сосед в прошлом году съехал и забыл. Я думаю, что это первым в жизни. Ну, надеюсь, никаких приходов от этого чайка не словим. Да уж, я тоже на это надеюсь. И я надеюсь. Что? Дружище, мы справились. Мы зачислены на бюджет. Честно, я думал, на математическое администрирование информационных систем не пробьемся. Как же я рад. Конечно, не пробьете, это невозможно. Коллеги, судя по моему записному булыжнику, на нашем направлении закончились бюджетные места. Значит, у кого меньше всего баллов, нужно перевести на другое направление. Но нельзя же переводить абы куда. Нужна правильная альтернатива. Господа, мы же доктора наук и дипломированные ученые. Что мы, решения не найдем? По-моему, тут все очевидно. Лингвистическая филология! Ладно, давай попробуем последний раз. Что это у меня такое? Я же сказал, дрова для ведюхи. Какие еще нафиг дрова для ведюхи? 3 года в универе и ничему не научился. Вот такие дрова на ведюхе, на GeForce, которая выебывается вечно. Агрегатное состояние студента после медианы. Я даю клятву верно служить своему владыке. В болезни и в здравии. Днем и ночью. Моя жизнь будет принадлежать только вам, клянусь. Ну что ты в самом деле? Зачем было так унижаться?
Помогу я тебе с твоей курсовой. Мы же все-таки друзья. И да, деньги не забудь. Зря мы, наверное, пару прогуливаем. Как бы потом на сессии это не аукнулось. Не переживай, сейчас это пока маленький огонек, и если держать его под контролем, все будет хорошо. Главное не дать огоньку разгореться. Тем более, прогуляли-то всего раз, что вообще может случиться? Открою маленький секрет, я уже говорил один раз, что у меня есть вышка, короче, я ни на одну пару так и не сходил. Твою мать, вызываем через... Ну, правильно, нехуй там делать. У нас да, тут... пизду ее, блядь. Пиздуйте, пара, блядь. Да, блядь, я тоже на пару не ходил практически. Вот красава, Фёмар, что хуль там делать, блядь? Сидишь среди каких-то ебантяев и какую-то хуйню делаешь. Не, у нас группа была заебись, вот, но мне было впадло просто попробовать туда перейти. Неэффективная трата кстати, времени. Кстати, чуваки, хотите историю, как я начал курить? Короче, такая тема. Когда я учился в ПТУ, поскольку я, блядь, нихуя, естественно, там не делал, я... покупал сиги и кормил этими сигами своих одногруппников, чтобы они мне давали скатать курсач. И я тупо курсачи так вот сдавал. Потом хватит, добрый, я начал сам молодец, курить вместе с ними. Спасибо за донат, Нека. Мне вот именно столичные попадались очень полезные. Ну какое нафиг преподавание и прием экзаменов? Чего? Однажды, на как вообще, я выпила когор, подумав, что это сок, потому что мне его дали в банке с этого, давайте из-под сока. Давайте уже на пенсию, а? Ну, да, мне было как-то... Правильно! Да. Давай зачетку! Темной-темной ночью, в темной-темной комнате, один мальчик готовил проект к сдаче. И когда работа была в самом разгаре, он услышал странный... Тут собрались одни алкоголики. ...с контактом, сообщения там не было! И это когда было мальчик понял, классе, хватит палить видосики на ютубе и сидеть ВКонтакте. Пора бы уже реально садиться за проект. Есть такое. Короче, досмотрели мы «Властелин конец».